Всем привет! Лето близится к концу. Близится к концу и мое повествование о чемпионатах мира и Европы. Сегодня мы отправляемся с вами в Швецию. Что мы знаем об этой скандинавской стране? Ну, то, что там есть шведские лестницы, шведские семьи, шведский стол тоже все любят. А мы с вами сегодня устроим шведскую дискотеку. Может быть, не все и догадываются, сколько популярных мелодий у нас родом из Швеции. Ну, самая популярная, конечно, Абба. С нее и начнем. The winner take it all. Победитель получает все. The winner takes it all. The loser has to fall. Путь ветеранской российской сборной в финал не был так уж прост и запрограммирован. И эстонцы смогли оказать достойное сопротивление в группе, уступив 3-6. И латыши держались до последнего 3-4. В четвертьфинале нам противостояла сборная страны Суоми. Финны чувствовали, что есть шанс сотворить сенсацию. И Кима Эриксон был заряжен. И Петери Сивон отыграл удачно. Но победа осталась за россиянами 5-4. Россия в полуфинале без проблем за два тура разобралась с чехами, выпустив на третий тур резервистов. Те тоже не подкачали, доведя общий счет до 7-0. Основная тройка сформировалась в таком виде. Алексей Титов, Дмитрий Петров и Юрий Простаков. В запасе остался я и Александр Зайцев. В финале нас ждали шведы, без поражений пройдя сначала эстонцев, а потом и норвежцев. Норвежцы добыли бронзу, также уверенно разобравшись с чехами. У шведских ветеранов ради команды сыграл даже сам Ханс Остерман. В личном разряде он предпочел поболеть за своих детей, сына Уна в юниорском разряде и дочь Лив в женском. Итак, Ханс Остерман, Йоаким Лундин и Финн Фрис. Звезды, с которыми нашим ветеранам не удалось справиться. Единственную победу добыл Юрий Простаков, на тишине забросив победную шайбу Остерману. За два тура все было решено в пользу шведов. 5-1. На чемпионате Европы 2018 года ветеранская сборная России снова в финале играла с ветеранами из Швеции. Но в отличие от европейского первенства 2016 года в Таллине, потерпела сокрушительное поражение 1-5. Единственную победу на свой счет записал Юрий Простаков. С ним мы сейчас и пообщаемся. Юра, привет! Помнишь, кого ты обыграл? Какие были впечатления о том матче? Ведь ты выиграл у такой звезды, а остальные партнеры тебя не поддержали. Привет, Виталий. В финале командного чемпионата Европы я выбрал себе в соперники Ханса Остермана. Ханс не знал, с кем будет играть, и этот небольшой аргумент позволил мне
одержать победу в этом тяжелом матче. Однако отсутствие той химии, о которой так с упоением рассказывает Алексей Чернов, не позволило нам победить. Очень жаль. Если российской ветеранской сборной не удалось выиграть у шведов, то это удалось одному Алексею Титову, который выиграл личный разряд. А потом была такая эйфория, как, возможно, в 2012 году, когда шведская певица Лорин выиграла Евровидение с песней «Эйфория». Остальные наши представители не блеснули. Дмитрий Петрова угораздило попасть в четвертьфинал на Титова, с которым в личном ветеранском шутки плохи. Мы с Юрием Простаковым заняли несчастливые пятые места в своих полуфинальных группах, чуть не дотянув до зоны плей-офф. Неудача Простакова заключалась в поражении в личном противостоянии с Сергеем Михеевым из Латвии, с которым они набрали одинаковое количество очков. Александр Зайцев финишировал в своей группе седьмым. На удивление слабо выступили ветераны, которые на следующий день были на ведущих ролях в неофициальном разряде 50+. Яни Коко, Трулс Монсон, Вацлав Пикл. Бронзу выиграл Лундин, переигравший норвежца Аскиема. Титов поочередно обыграл Лундина в полуфинале и Фриса в финале. Все-таки серия плей-офф до 4 побед оставляет пространство для маневра. С Лундиным был проигран только один овертайм при 4 победах. Тем самым Алексей взял реванш у темнокожего шведа за поражение годом ранее на мировом первенстве в Чехии. А вот с Фрисом пришлось понервничать. Швед на этом первенстве предстал хорошо психологически готовым. Исчезла былая нервозность, которая помогла Алексею Захарову одолеть Фриса на чемпионате мира еще 2007 года в Москве. Да и в техническом оснащении Фрис ни в чем не уступал Алексею Титову. Тем ценнее оказалась эта победа для нашего капитана. А насколько она была важна, расскажет сам Алексей Титов. Там был запредельный настрой просто. Это для меня была такая личная мотивация. У меня был сложный год. Вот, я потерял дочь. И очень важно было как-то вернуться к жизни. Спасибо близким, друзьям. Юле в первую очередь спасибо за то, что помогли мне вот, найти какие-то стимулы. И я поставил цель выиграть, я тренировался, и это было очень важно для меня. Ну и так совпало еще, что и соперник откуда-то вырос там, да, перешел в ветераны Финн Фрис дома, вот, и на открытом, на следующий день в открытом первенстве в Оупене он показал блестящий результат, выбил многих наших топовых игроков, тем ценнее эта победа. Я очень хорошо помню именно эти эмоции и свои два выхода один на один. Один я забил там секунд за 5 до конца. Всплеск адреналина был вообще сумасшедший, такой прям в голову выброс у меня прям вот за секунду. Так заболела голова от всего от этого. Видимо, вот слишком много адреналина, то есть давление, не знаю, что это было, в общем. И потом уже как в тумане этот овертайм. На самом деле, бывают у меня такие моменты, когда ловишь такую концентрацию, и это больше похоже на матрицу, как вот в кино «Матрица», когда эти зеленые цифры, цифры, цифры,
И тебе кажется, настолько вот все это медленно у соперника, да, то есть и ты читаешь игру, ты все понимаешь, все, что будет, ну и дальше остается уже только реализовать, то есть как бы, чтобы главное, чтобы руки не подвели, по технике что-то забить. И удалось забить, и на награждение, я помню, вел себя как-то не совсем адекватно, но опять-таки это были эмоции, которые я не мог контролировать, вот. И эта золотая медаль, наверное, самая важная для меня именно вот со всех точек зрения, из жизненной, что я сделал это, и спортивной. Это именно что касается личного разряда, да, вот ветеранского, про который ты меня спрашиваешь. Движемся дальше. Here I go again. Это хит группы E-Type. Here I go again, it's time for me to fade away. Here I go. Командный разряд собрал 8 сборных, разбитых на две группы. Параллельным курсом двигались навстречу в финале российская и украинская дружины. Даже разница личных очков после группового этапа была идентичной – 22-5 плюс 17. Наши стартовали с двух побед по 8-1, расправившись с норвежцами и немцами. Норвегия благодаря братьям Клиппинам на последних крупных форумах показывала неплохие результаты. Но два брата подросли и вышли из юниорского разряда. Остался один Остин. А вот Германия неожиданно обзавелась неплохим подрастающим поколением. И в первую очередь это касается Линуса Рестеля. Год назад он был 13-м на чемпионате мира в Чехии. В течение года выиграл почти все немецкие турниры, а также юниорский чемпионат Швеции. В общем, немецкие юниоры взяли и в стартовом туре обыграли тех же шведов, с которыми успел познакомиться Рестель. Это позволило Германии занять второе место в группе, а в итоге стать бронзовыми призерами, переиграв шведов. Первая медаль для Германии на крупных международных соревнованиях. Шведы с третьего места в группе попали на латышей. Райвис Миглиниекс, Алвис Силинч. Достойного третьего номера не хватило прибалтам, чтобы пройти в полуфинал. Удивительно, так как в Латвии с подготовкой подрастающего поколения дело поставлено на государственном уровне. А вот собрать сильную сборную на юниорский чемпионат не удалось. Итоговое пятое место. Украина впервые выиграла золото европейского первенства в 2014 году. Алексей Корабель и Женя Матанцев тогда были еще совсем юными. И в 2018 году еще вполне проходили по возрасту. Перерос юниорский разряд Роман Игнатенко. Не приехал Антон Уманский. До финала украинские юниоры дошли играючи, но против российской дружины были бессильны. 2-7. Курская школа настольного хоккея под руководством Александра Макушкина подготовила отличную смену. Сергей Иванов, Андрей Чеплыгин, Дмитрий Навасов. Компанию им составили питерские юниоры, два Никиты, Павлов и Жолобов. Уверена? Даже с Матанцевым? 5-1. Ты тоже? 4-2. 4-2. Ну давай теперь в личном. Чтобы полуфинал, да. Полуфинал, чтобы наш был. Полуфинал наш. Полуфинал наш. Вообще вся восьмерка наша. Не, ну, чтобы четверка была, все наши. А, ну четверка, ладно. Ну вот я говорю, полуфинал, чтобы весь наш был. Да без проблем. Да? Да. Ну да. Ну давай, давай. Молодцы. Так держать. Группа Army of Lovers. Хит. Lead the Parade. Продемонстрируй все. Простись выдающимся. Поднимись выше солнца. Сверхчеловеком. Вечно молодым. Execute. We'll be right back.
В личном разряде участвовали 36 юниоров. К украинской делегации добавился Дмитрий Литвинюк, которого не было в команде. Да и Влад Семенчук с Юрой Шаповаленко прогрессировали стремительно. Русско-украинское соперничество продолжилось и в личном разряде. В восьмерке плей-офф оказалось 4 россиянина, 3 украинца и разбавил эту гегемонию латыш Райвис Меглинекс. Особо стоит отметить, что вместо ожидаемого Андрея Чаплыгина в первый квартет группы номер один вошел петербуржец Никита Павлов. Во второй группе лидер финских юниоров Бенджамин Суоминен уступил свое место в плей-офф украинцу Алексею Кораблю по личной встрече. В четвертьфинале произошел размен фигурами. Никита Жолобов выбил Лешу Корабля, а Женя Матанцев – Диму Набасова. Сергей Иванов ожидаемо прошел Павлова, а Литвинюк был сильнее Меглинекса. Дмитрий Литвинюк уже зарекомендовал себя кубковым бойцом, не раз расправляясь с более рейтинговыми соперниками. В полуфинале украинцу удалось сравнять счет 2-2 в серии с нашим Жолобовым. Но Никита перекрыл кислород сопернику и двумя сухими победами обеспечил себе место в финале. Сергей Иванов хоть и вел в серии с Матанцевым, но довести дело до итоговой победы не сумел. 2-4. В споре за бронзу Литвинюк переиграл Иванова, чем изрядно порадовал своего тренера Спиваковского, следившего за чемпионатом Европы через интернет. В финале Никита Жолобов выиграл уже не Матанцева, который с каждым годом уверенно поднимается все выше и выше. А Жолобов продолжил победную традицию российских юниоров. После победы в Таллине в 2016 году Вениамина Герасимова настал черед Никиты, который на прошлогоднем чемпионате в Либерце проиграл в финале шведу Оскару Хендриксону. На этот раз Жолобов все свои три финала выиграл. Женский разряд настраивает на романтический лад. Ace of Base. Travel to Romantis. На чемпионате Европы наибольшее опасение у нас вызывал женский разряд. Наши многократные чемпионки всего так, видимо, присытились победами, что твоя Швецию не вызвала у них должного рвения. А тут еще и достойная замена была привязана к учебе. Юная петербурженка Дарья Обухова сдавала ЕГЭ, а Ева Озерова в последний момент вынуждена была сняться с турнира из-за экзаменов в своем учебном заведении. Елена Никитина отсутствовала по семейным обстоятельствам. Кого же делегировала Россия на чемпионат Европы 2018? Самый опытный игрок – Ирина Белавина. Чемпионка мира еще 2007 года в Москве, где она играла со своей дочерью Алексией. На этот раз Ирина ехала в Швецию со своей ученицей Ксенией Обоевой. Причем 15-летняя Ксения первой заслужила приглашение в сборную, выиграв золото чемпионата России 2018 года. Памятуя об успехе еще более юной петербурженки Ирины Воробьевой, которая год назад также сначала стала лучшей в стране, затем завоевала мировое золото в Либерце, можно было рассчитывать на повторение истории. Итак, два игрока снова есть. На третью позицию претендовали Дарья Гладкова из Курска и Елена Столярова из Санкт-Петербурга. У Дарьи есть насыщенные тренировки с ведущими юниорами Курска. У Елены регулярные турниры Невской лиги. Но, глядя на список конкуренток, видно было, что опыта международных турниров у наших дебютанток в разы меньше. Даже юная Аня Иванцова из Киева уже попробовала порох мирового первенства, не говоря уже о датчанке Аннет Энджел, шведке Каролин Эриксон, эстонке Марии Савельевой, латышках Лайме Камзале и Елене Раценой. При таком составе даже Ирина Белавина не смогла пробиться в восьмерку плей-офф, заняв 9 место. Гладкова стала 14-й, Столярова 17-й. Надежда в личном разряде оставалась только на Ксюшу Обоеву,
что от нее ожидать, не знали не только соперницы, но и сами члены российской сборной. Слишком невелик пока послужной список юной петербурженки. А Обоева возьми и грохни в четвертьфинале 4-0 опытнейшую датчанку Энджел. Причем практически все матчи были выиграны с разницей в 3-4 шайбы. Дальше было сложнее. Елена Рацена начала давить и повела в серии 2-0. Но многим памятна серия латышки с нашей Викторией Ларичевой, когда Вика отыгралась с 0-3. Так что ничего невозможного не было. Ксения методично переломила ход поединка. Продолжая стоять в глухом пассиве, Обоева постепенно приноровилась к выходам соперницы и партию за партией вытащила серию с 0-2 до 4-2. Есть финал в дебютном чемпионате Европы. Соперница Мария Савельева из Таллина. Мария, конечно же, всей своей биографии заслужила наконец-то золотую медаль. Начиная играть с 8-летнего возраста под присмотром папы Игоря, за 12 лет Мария проделала этот путь на самый верх женского настольного Олимпа. Финал она выиграла у Обоевой 4-1. И еще неизвестно, чей успех был более громкий. Командный женский разряд. Совсем обмельчала эта категория. Не только нам было тяжело собрать тройку девушек. Где Украина, Финляндия, Чехия? Все эти былые фавориты. Вот остались мы, латыши и шведы. Да и шведы, скорее всего, набрали состав, потому что играли дома. Сначала был круговой турнир, где команды сыграли по разу друг с другом. А потом победитель группы выходил сразу в финал, а команды, занявшие вторые и третьи места, играли в полуфинале. Начали наши девушки мощно, грохнув хозяек 6-1. Но наш пыл остудили латышки, выиграв 5-4. А потом Латвия еще и выиграла у Швеции, обеспечив себе место в финале. Нашим девушкам предстояло сыграть со шведками. Эх, как умиротворяюще действовали цифры первого свидания на турнире. 6-1. Но шведы бросили в бой свою тяжелую артиллерию – Каролин Эриксон, находящуюся тогда, кажется, на 9-м месяце беременности. И как удавалось Каролин действовать активно жердями при такой комплекции? А может, соперницы не готовы были играть полную силу и чувство женской солидарности? За 2 тура судьба противостояния была решена. Шведки прошли финал, а наша сборная довольствовалась бронзовыми медалями. Выше посева прыгнуть не удалось. В финале Швеция еще и Латвию переиграла, что уже больше тянет на сенсацию, учитывая вполне боеспособный состав латышек, где помимо Камзелы и Рацены есть подрастающая сестра Саниса Лаксденша, Криста Анна Лаксденя. Про дополнительные разряды поговорим под музыку группы Secret Service. Многим участникам питерских турниров хорошо известная композиция «Ten O'Clock Postman». Помните? Но я предпочел инструментальную композицию этой же группы Secret Service «O de Magot». Чемпионаты мира и Европы с 2014 года обросли еще и дополнительными категориями. Понимая, что жесткий лимит на количество представителей не позволяет всем желающим приобщиться к крупным международным соревнованиям, Международная федерация настольного хоккея добавила 2 разряда, которые не ограничивались количеством, а только возрастом – до 13 лет и свыше 50. Шведские организаторы пошли дальше. Они добавили еще один турнир, который как бы вошел в серию мирового тура. В нем принимали участие все те, кто были свободны на третий день соревнований. Этот турнир был приурочен к 60-летию Стиги.
На шведском турнире это соревнование было особо актуально для латышей, выставивших 8 игроков, и россиян, коих в турнире приняло участие 5. Основную массу составили, конечно, хозяева. Прикоснуться к европейскому первенству смогли десятки шведских игроков. Одним из главных претендентов на победу считался швед Петер Бенгтсон. Его лучшие годы в настольном хоккее пришлись на нулевые 21 века. Приезжал он и в Киев, и в Москву, и считался одним из фаворитов. Но потом как-то отошел в тень. В сборной перестал играть. То, что мастерство при нем, Бенгтсон продемонстрировал, выиграв полуфинальную группу и уверенно пройдя в полуфинал плей-офф. А вот дальше ему дорогу преградил наш юниор Никита Павлов. 4-2 в пользу петербуржца. И швед отказался даже играть серию за 3-е место, отдав медаль Артему Блинову. Артем, кстати, также был сильнее всех в своей полуфинальной группе, но в полуфинале уступил опытному латышу Александру Жерновому. В финале Жерновой обыграл другого нашего юниора, Павлова. Так на пьедестале латыш оказался в окружении двух юных россиян. В турнире принимали участие и наши девушки, но что-то не пошло у серебряной призерши женского разряда Ксении Обоевой. Не добрала 3 очков до выхода в плей-офф Ирина Белавина. Елена Столярова играла в полуфинале 2-го дивизиона, но пройти шведа Никласа Нильсена не смогла. Детский разряд играл в воскресенье. Здесь уже который год явным фаворитом является украинец Женя Матанцев. Вылетев из главного турнира, Матанцев присоединяется к сверстникам. В нынешнем розыгрыше, как и 2 года назад в Таллине, основными соперниками Матанцева виделись питерец Блинов и чех Якуб Матисик. Если Блинов, выиграв свою отборочную группу, сразу прошел четвертьфинал, то Матисику предстояло еще сыграть в финальной группе. Якуб финишировал 2-м за Аней Иванцовой из Киева. Интересно, что на ведущих ролях в финальной группе были сразу несколько девчонок. Помимо Ани, это и Криста Анна Лаксдане из Латвии, и Вероника Сачок из Эстонии, и Лив Остерман из Швеции. В четвертьфинале Блинов разобрался с латышом Лепеньшим. Матанцев выбил 2-го латыша Бауманиса. Также Швеция лишилась 2 своих представителей. Сиселу Блюмми выбила Иванцова, а наследника рода Остерманов отправил на отдых чех Матисик. Пока Матанцев двигался по сетке разряда Open, Блинов выяснял отношения с Матисиком. Первые 2 партии Артем выиграл уверенно, в концовке матчей проводя, играя на публику. Но потом произошел сбой. Видно, слишком рано питерский юниор уверовал, что дело сделано. Да и появление по соседству веселой украинской делегации, которая пришла посмотреть дерби Матанцев-Иванцова, отвлекало внимание. Чех 3 партии выиграл и вышел в финал. Раздосадованный Блинов упустил и бронзу, проиграв в овертайме решающего поединка Иванцовой. А Евгений Матанцев в очередной раз доказал, что в своей возрастной категории он намного лучше оппонентов из других стран. Еще одним триумфатором на конкурсе Евровидения в 2015 году был швед Монс Зельмерлёв. Композиция Heroes – герои. Категория 50+, герои минувших лет. Куда нам тягаться с молодежью? В Эскильстуне Россию представляли Юрий Простаков, Александр Зайцев, Ирина Белавина, Александр Макушкин и я. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. Из иностранных конкурентов выделялся финн Янни Кокко, чемпион Европы среди ветеранов 2010 года. Отборочную группу Кокко выиграл уверенно, переиграв Александра Зайцева. А ведь только победители групп получали напрямую путевки в плей-офф. Компанию в четвертьфинале ему составили швед Трулс Монсон и 2 россиянина – Простаков и я. Кокко без видимых трудностей одолел Савельева. Также в одну калитку прошла моя серия с Пиклом. К сожалению, россиянам пришлось выбивать друг дружку из плей-офф. Сначала Простаков дожал Зайцева, а затем и меня. В другом полуфинале Кокко выиграл у Монсона 3-1. В финале Простаков ничего не смог поделать с Кокко, и финн зашел на высшую ступень пьедестала спустя 8 лет. Швеция для Яни стала счастливой страной.
А мы снова возвращаемся к Юрию Простакову. Юра, ты вот в четвертьфинале обыграл Зайцева, в полуфинале меня. А в финале, к сожалению, проиграл финну Янни Кокко. Ты нас обыграл, потому что лучше нас знаешь? То есть, например, если ты бы лучше знал этого финна, ты бы его обыграл? Или он все-таки был явно сильнее в этот день? На третий день чемпионата Европы я понял, что мои пальцы больше не хотят играть в настольный хоккей. Я не попадал по воротам. Голы давались с великим трудом. Чудом мне удалось обыграть Игоря Савельева и занять первое место в отборочной группе. Как оказалось потом, победители группы выходили в плей-офф без высшей лиги. В серии же с Александром Зайцевым мне откровенно повезло. Он играл гораздо лучше. Я горел в серии, ничего не мог забить. И пару решающих шайб забивал уже просто взглядом. В серии с тобой было понятно, что если я отъеду от ворот хотя бы миллиметра на два, то матч закончится с разницей минус 30, а серия 0-3 в твою пользу. Меня спас жесткий пассив и несколько точных движений. В финале с Яной Кокко шансов у меня было очень мало. Я вроде бы никогда с ним не играл, во всяком случае этого не помню. А знание соперника в моем случае является очень весомым аргументом, поскольку я не забиваю много. Проиграл я, в общем-то, по делу, в атаке не феерил, а пропускал больше, чем мог себе позволить. Яна же, напротив, реализовывал шансы свои очень уверенно. Что могу сказать? Хороший парень. До новых встреч. Обратимся к основному открытому разряду, именуемому Open. Напомню, что предыдущий чемпионат мира и Европы выигрывал латышский мастер Эдгар Сайц. Наш Максим Борисов интенсивно готовился целый год, чтобы вернуть поочередно себе эти два чемпионских титула. Это была его цель, была его жизнь. И у нас хит 90-х годов в исполнении доктора Албана «It's my life» – «Моя жизнь». В список претендентов помимо Цайца и Борисова по традиции входили Атис Силис, Янис Галуза, Ханс Остерман. Среди возможных соискателей значились Вениамин Герасимов, Оскар Хенриксон, но главный сюрприз преподнесли финны. Им удалось уговорить своих соседей шведов выдать вайлдкард для легенд мирового настольного хоккея Ронни Нутонена и Ахти Лампи. К сожалению, Лампи на турнир так и не приехал, подтвердив свой непредсказуемый нрав. А вот Нутонен пожаловал. Король Ронни не разочаровал. Это была не бледная копия мегазвезды, которая остается дожидаться перехода в ветеранский разряд. В вышке надо было пробиваться в 16 лучших в полуфинальных группах. В итоге россияне прошли все. Даже в первой группе смерти сумели выжить Ортинов, Титов и Петров. Во второй группе квартет нашей молодежи оккупировал все первые 4 места. Дальше шли игры на выбывание с 1/16 финала. И надо ж так случиться, что образовались сразу две пары россиян. Герасимов выбил Титова, Столяров – Петрова. Разыгрались украинцы, которые в полуфинальных группах заняли не самые высокие места. Литвинюк выбил Жолобова, Рома Игнатенко – Фина Эриксона, Женя Матанцев – Чеха Чилика. Денис Матвеев расправился с Йоакимом Луниным. Янис Галуза с Эдгарсом Саулитисом, Максим Борисов с Юха Раутио. Задачу Сергею Иванову упростил швед Стейн, снявшийся с турнира, выйдя в плей-офф. Олегу Ортинову достался разыгравшийся на этом чемпионате Европы финн Фрис. Олег две игры выиграл, но общий итог остался за шведом 4-2.
В 1/8 финала силу Нуттонена ощутил на себе Женя Матанцев, проиграв все 4 поединка, хоть и 2 из них в овертаймах. Представители России понесли большие и, в общем-то, необязательные потери. Арсений Столяров и Янис Галуза проиграли, соответственно, чеху Патрику Петеру и украинцу Литвинюку. Причем как-то крупно, 1-4. Что-то пошло не так. Поражение Сережи Иванова от Эдгарса Цайца вполне можно понять и простить. Герасимову пришлось убирать Матвеева. Борисов сразился с Оскаром Хенриксоном 4-2. Атис Силис сухую разделался с Остерманом, как и Фрис с Ромой Игнатенко. В четвертьфинале Фрис не дал разгуляться Герасимову 4-1. Борисов прошел Литвинюка, Силис – чеха Петера. Самое интересное противостояние – Цайц-Нуттонен – транслировалось через интернет. Встречи героев разных поколений. Нынешний лидер уверенно выиграл 4-1. В полуфинале Борисов наконец-то остановил Фриса, который положил столько наших. Латвийская классика – Цайц против Силиса. Как обычно, напряженно. Но Эдгарс на этом чемпионате Европы смотрелся получше – 4-2. Атис же довольствовался третьим местом. И это надо признать успехом, так как в последнее время он не блистал. Финал – Цайц-Борисов. Латыш начал мощно, и казалось, что сегодня его никто не сможет остановить. 3-1, и ему оставалось сделать последний шаг. Но Максим не зря готовился целый год, чтобы уступить в решающем противостоянии. И с каждой последующей игрой стал прибирать инициативу к своим рукам. 4-3. Максим Борисов вернул себе титул чемпиона Европы. Если на мировых первенствах Россия безраздельно правит с 2009 года, выиграв уже 5 чемпионатов, то вот на европейских первенствах не все так гладко. В 2010 году в Швеции выиграли хозяева. В 2014 снова хозяева, теперь уже латыши, одержали победу на чемпионате Европы в Риге. Матч капитанов тогда выиграл Эдгар Сайц у нашего Максима Борисова. В активе сборной России победы в 2012 в Риге и в 2016 в Таллине. В 2018 от красной машины все ждали очередного триумфа. Но это было не так-то просто сделать. Соперники были очень опасны. Dangerous. Хит группы Roxette. Чехия. Серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира привез практически второй состав, логично финишировав на 5-м месте. Швеция. Старые кони, конечно, борозды не портят, но и угнаться за молодыми скуконами уже не в состоянии. На что особенно могли рассчитывать хозяева? На былые заслуги. Финны выбили их в четвертьфинале, и лидер шведов Ханс Остерман не мог сдержать слез. А уж потом проиграли и эстонцам в утешительном турнире, подарив скромной Эстонии историческое достижение. Первая победа над самой Швецией. И не важно, что шведы выставили на этот матч резервистов. Даже запасные Трек Рунур котируются выше эстонских звезд. Но эстонцы просто очень хотели победить. И победили. Украина. Раскол в украинском нахоке тормозил рост результатов на международной арене. Украина и без нескольких своих лидеров смотрелась вполне боеспособно. Смогли же украинцы в группе переиграть и чехов, и главное финнов. Второе место дало отличные шансы в плей-офф. Норвежцев прошли не заметив. 14-2. Полуфинал с Латвией. Вот где пригодились были Данский, Литвинюк и Уманский. Да и стратегический талант Спиваковского был бы востребован. Одной молодежи в лице Ромы Игнатенко, Алексея Корабля и Жени Матанцева было маловато.
Юные Семичук и Шаповаленко просто пока не имеют должного опыта. Вот и остались без медалей, проиграв бронзовый матч финнам. Финляндия. Усиление в лице Рони Нуттанена, конечно, положительно сказалось на настрое команды. Но ведь еще числились предварительные заявки Ахти Лампи и Санту Сайнио. Почему не приехали? Непонятно. Ян Пелканин, один из лидеров последнего пятилетия, пока отсутствовали Рони и Ахт, тоже не доехал до соседней Швеции. Вот и затыкали дыры в составе Юхой Раутио да Весой Котелина. Стряхнули вековую пыль с легендарного Микки Мили Кангаса. Финляндия заслуженно стала третьей. Все-таки и шведов одолели, скандинавские дерби очень принципиальные. С Россией поупирались в полуфинале 5-12, а потом взяли реванш у Украины 11-9. Эриксон и Суоминен активно помогали Нуттанену. Латвия. Главный конкурент россиян последнего пятилетия. Но вот выходят латыши к игровым столам, и все те же знакомые лица. Эдгарс, снова Эдгарс, Атис, Вальц, Евгений, Артем. Хороший, сплоченный коллектив. А где же продукция многочисленных латвийских секций? Райвис Миглиниекс и Сандис Кристапс Лаксденш. Да, высоко поднялись в мировом рейтинге. 27-й, 25-й. В первый полтинник пробился Элвис Силиндж. Но вся надежда по-прежнему на Цайца и Силиса. А у Атиса в финале игра не пошла. И все, приплыли. 7-12. Не разгром, конечно. Но и Россия-то играла без Борисова, Галуза, Захарова. До старта командного турнира оставались считанные минуты, а в зале спортивного центра Эскильстуны до сих пор не было Борисова, Галуза и Ортинова. Начинался финальный отсчет. Европа. Final Countdown. Прибыла эта троица в зал, когда сборная заканчивала первый матч с украинцами. Украина соперник далеко не простой. И потеря очков в этом матче могла стоить потери первого номера посева со всеми вытекающими отсюда трудностями в дальнейшем. Решением коллектива трое игроков сборной были отстранены от игр в командном разряде. Дозаявлять кого-то из членов оставшейся делегации уже было невозможно. Пришлось играть всемером. Риск? Да. Но тут уже дело принципа. Верю, что трое игроков сборной не хотели специально опоздать. Но было видно, что они и не хотели успеть. Итак, нас осталось 7. Теперь после победы можно придумывать много красочных эпитетов, используя наработки мирового кинематографа. Великолепная семерка, семеро смелых. Победители не судят. А если бы не смогли? Тревожно было, особенно когда начались решающие матчи. 11-7 с финнами в группе. Дальше уже как-то разыгрались. И полуфинал с теми же финнами прошли увереннее 12-5. Финал. Старая знакомая Латвия. Но это не для нас, старые друзья-соперники. Ожидали ли они увидеть напротив себя Дениса Матвеева, Сережу Иванова, Арсения Столярова? Допустим, как принято в большом спорте, накануне турнира принято изучать соперников. Просматривать видео, делиться опытом. С такой перетасовкой состава мы спутали им все планы. Итак, понесла. Первый тур. Жолов Миглиниекс 3-3. Герасимов Лазнич 3-1. Иванов Саулитис Сетлес 3-0. Матвеев Силис 3-3. Столяров Цайц 1-5. Мы ведем 2-1. В
Второй тур у Латыша и замена вместо Лагзенша вышел Смагерс. Столяров Смагерс 7-2. Волвовс Улитис 4-2. Герамсимов Сивис 3-1. Иванов Цайц 2-5. Матвеев Миглиникс 1-3. Видимо 5-3. Третий тур. Матвеев Саулитис 2-4. Столяров Сивис 1-0. Жолобов Цайц 3-1. Герасимов Миглиникс 2-2. Иванов Смагерс 4-2. Ведем уже 8-4. Четвертый тур. В Латвии замена. Вместо Смагерса вышел Артем Захаровс. Иванов Сивис 4-2. Матвеев Цайц 2-5. Столяров Миглиникс 4-3. Жолобов Саулитис 1-2. Герасимов Захаровс 3-3. Равный тур. Досрочной победы не получилось. 10-6. Пятый тур. Герасимов Цайц 2-4. Иванов Миглиникс 2-2. Матвеев Захаровс 3-2. Столяров Саулитис 2-2. И Жолобов Силис 4-2. Общий счет 12-7. Победа! Давненько победа сборной не вызывала столь бурной эмоции. Все-таки, имея почти гарантированные 10 очков от Борисова, намного спокойнее себя чувствовали другие члены команды. А тут каждому пришлось играть за себя и за того парня. Цайс выиграл 4 матча, проиграв только Жолобову. Силис добыл одну ничью с Матвеевым. По очкам победа наша 30-20. Жолобов, Столяров и Иванов набрали по 7 очков. Герасимов 6, Матвеев 3. Молодцы! Что показал этот турнир? Что в российском настольном хоккее есть проблемы. Но и то, что у нас есть команда, которая может продолжать победные традиции. На этом шведская дискотека закрывается, а следующая остановка – Раубичи, чемпионат мира 2019 года в Белоруссии. До встречи!